Итак, самая настоящая зима, которая только может быть. Снегопад, метель. На видео это очень хорошо видно. Самый центр Москвы. ГУМ, Кремлевская елка, ГУМ-ярмарка и ГУМ-каток. Один павильон свободный, поэтому сейчас я покажу примерные цены. Средние тут точно есть данные. В общем, тут, конечно, можно гулять целый день, особенно через пару недель, когда все украсят. Тут маршрут очень длинный, даже за один раз все не обойдешь. Я показываю центральные места в самом начале декабря, когда еще не все успели это рассмотреть. Но увидеть это успели уже тоже многие. Потому что на ситуацию на видео очень хорошо видна. Такая красивая подсветка ГУМу. Но она, кстати, круглый год, такая золотая. Впереди Манежная площадь и Никольская улица.